Новый спортивный инвентарь сегодня вручили юным дзюдоистам. Гантели, спортивное питание и, самое главное, кимоно. Такой подарок вручил воспитанникам спортшколы «Динамо» лично глава администрации Назрани Урусхан Ивлоев. Помощь спортсменам оказали на средства благотворителей. Все мы понимаем, насколько важно поддерживать нашу молодежь, в частности, детей, которые занимаются спортом. В рамках тех поручений главы республики мы объезжаем очередной спортивный зал. Посмотрели зал, он нуждается в таком косметическом ремонте. Сейчас постараемся переговорить и с Минспортом, и со спонсорами, и привести в порядок вот этот зал. В каждой секции этого зала занимаются порядка 30 ребят от 7 до 20 лет. Сейчас юные дзюдоисты готовятся на первенство республики. Кстати, воспитанники из этой спортивной школы на протяжении многих лет успешно представляют республику на различных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. 40-50 штук примерно, я не считал их. И это будет очень сильное подспорье для детей, потому что очень многие семьи, которые вот здесь занимаются, дети, малоимущие семьи, многодетные семьи, и поэтому очень многих нет возможности купить кимоно себе. Поэтому это будет очень большое подспорье для детей.